сегодня есть уникальная возможность всем вам познакомиться, познакомиться с соседям, ребятам подружиться, ну и вместе отпраздновать этот замечательный праздник с Днем жилого комплекса «Одинбург». Ура! Я хочу жить в Одинбурге. Под таким хэштегом прошел 4-й день рождения жилищного комплекса. Молодой и современный жилой квартал Одинцово уже завоевал сердца многих горожан. Сегодня здесь проживают около 2000 человек. Мы первый раз здесь в Одинбурге и пришли сюда повеселиться и получить большое удовольствие от праздника. Меня позвала сюда подруга, и вот у меня 3 внуков, и мы все здесь. Мне понравилось участвовать в конкурсе, где надо было строиться по росту, по цвету глаз. Сегодня все люди вышли из своих домашних каких-то дел, и сегодня соседи, все начинают знакомиться, кто живет рядом на площадке, кто живет в одном подъезде, а кто просто в этом дворе. И они обещали нам, что они будут дружными, доброжелательными. Девелопер проекта в подарок жителям комплекса установил символичную инсталляцию «Я люблю Одинбург», а граффитисты расписали стены набережной реки Саминка сюжетами из жизни одинбургцев. Раскрашивать набережную уличным мастерам помогали и сами жители. Ну, мы действительно очень стараемся, мы все время как девелоперы очень вкладываемся, потому что для нас важно строить не просто жилой комплекс, а комплекс, в котором было бы очень комфортно жить. И то, что от нас зависит, то, что мы можем сделать, мы обязательно делаем. Развитие социальной инфраструктуры – приоритетное направление для застройщика. В планах построить школу и еще один детский сад, а также благоустроить набережную, которая станет еще одной точкой притяжения всех жителей микрорайона. Появятся лавочки, появятся фонари. Вот стену мы уже закрасили, она стала таким вот красивым местом. Планируем, наверное, до конца года, то там до наступления холодов и выпадения осадков мы хотим это сделать. Ну, то есть это в планах, мы очень надеемся, что все получится. В рамках праздника для детворы провели мастер-классы. Ребята активно включились в работу и своими руками сделали домашние ключницы. Ольга, как вам вообще сегодняшнее открытие, мероприятие? Как нам, Машуль? Нам вкусно. Юлия говорит, что веселая и душевная обстановка ощущается на каждом празднике, который устраивают в Одинбурге. Такие мероприятия объединяют. Это своеобразный урок добрососедства, где местные жители знакомятся друг с другом, сближаются и впоследствии проводят свой досуг вместе. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».